Друзья, в холодильнике тоже сразу несколько новинок. Смотрите, интересная колбаса, то ли что это такое. Дымов производитель, кстати, вот есть от этого производителя колбаса. Да, это точно, вот буква D. Вот эту колбасу мы брали, очень хорошая, очень вкусная, нам понравилось. 600 грамм, 274,90, это сырокопченая. А вот новая какая-то, смотрите, она вся в специях. Интересная какая-то колбаса. Колбаса сырокопченая, полусухая. Сервелат бельгельский Дымов. Вот такая вот колбаска какая-то интересная. Так, и сколько стоит это? 460 грамм, 311,90. Это, наверное, самая дорогая колбаса, которая есть на данный момент в светофоре. Просто она вся в каких-то специях. Перчики там, каких-то семечках. Ну, интересная новинка, надо как-нибудь будет попробовать. Ставлю здесь, смотрите, свинина, шпик, говядина, соевый белок, нитрито-подсолнечная смесь, соль пищевая, фиксатор окраски, нитрит натрия, пищевые, пшеничная клетчатка, сахар, специи, перец, имбирь, усилитель вкуса и аромат, глутамат натрия, ароматизатор и тому подобное. Вот такая вот интересная колбаса. И вот, смотрите, еще колбаски. Колбаски кабаносы. Кабаносы. Полукопченые. В вакууме такая упаковка. Сколько вес? 800 грамм. На ощущение тут целый килограмм. Сколько стоит? 224,90. Категория Б. В светофоре завезли новое масло. До этого было вот такое вот. Дива Алтая. Литровое. 129,90. Сейчас вот 111,90. Тут объем, я так понимаю, по-моему, поменьше. Так. Да, друзья, вот объем 0,9 литра. Чуть-чуть, конечно, поменьше. Green Twin. Масло подсолнечное. Омега. Правильное питание для вашего здоровья. Рафинированная новинка. Без консервантов. Выше сорт. Содержание витамина Е. 111,90. Это 900 миллилитров. А литровая, ну, на 20 рублей, считай, дороже. И еще, друзья, смотрите, производитель Дымов. Колбаса варено-копченая. Получи 100 рублей, зарегистрируйся в dymovclub.ru и получи 100 рублей. Прикольная акция такая. 500 грамм, 229,90. Смотрите, есть, получается, разная она или... Ну, мне кажется, она отличается. Колбаса варено-копченая, ну, по факту то же самое. Так, что по составу? Многие просто просят читать состав именно вот таких вот колбасных мясных продуктов. Свинина, шпик, филе кур, вода, нитритно-подсольная смесь, соль пищевая, фиксатор окраски, нитрит натрия, растительное волокно пшеничное, я чуть не понимаю, первый раз такое вижу в составе. Ну и тому под всякие разные там ароматизаторы. Вот такая вот Дымов колбаса. Что-то Дымов прям начали часто завозить. Посмотрите, друзья, еще в светофор завезли масло. Масло сладкое, сливочное, несоленое. 82,5% жирности, как и многие писали, что это действительно масло. А то, что вот, например, взять вот это масло, 72,5%, тоже 500 грамм, 139,90. Вы многие писали, что это не масло. Масло начинается с 82,5%. Вот, смотрите, 82,5%. 82,5%, да. Такое вот сливочное масло. Сразу в таком вот контейнере, в таре. Сколько стоит? 500 грамм, 169,90 цена. Друзья, снова завезли вот такие вот батончики с лаком. Каждый батончик еще плюс в отдельной упаковке. Вес 1 килограмм. Цена 298,90. Такие прям мягенькие батончики. Прикольно, надо будет как-нибудь обязательно взять. Дата изготовления 22.09. Прям вот вообще на днях. Три дня назад. А, кого? Сегодня у нас уже 10 месяц, я извиняюсь. Месяц назад. 298,90. Смотрите, снова завезли консервы. Белгородские овощи, кукуруза, сахарная, высший сорт. Без ГМО. 420 мл. 65,90 цена. Дата изготовления 03.09.2022. Кстати, очень даже свежая. Срок годности 48 месяцев. То есть 4 года у нее. А изготовлена она недавно. Натуральная, без ГМО. 65,90 цена. И смотрите, есть еще горошек. 400 грамм. Натурелла. Горошек зеленый.
Дата изготовления 27.07.22. Срок годности, по-моему, тоже 4 года, да, 48 месяцев. 400 грамм, 53,90. До этого был Хайнц зеленый горошек, ну, чуть-чуть подороже вам. Но здесь уже удобная открывашка. Срок годности до 25 года. Нежный, без консервантов и ГМО. Чуть-чуть подороже, 73,90. Смотрите, друзья, шикарные новинки в Светофоре. Завезли вот такие вот ананасы, но они, правда, еще такие зеленоватые. Но они доспеют. 208 рублей вот такой вот огромный ананасик. Но они такие, да, если честно, зеленоватые. Вот, 204 рубля. Но они доспеют. Их всегда такими срывают, еще зеленоватыми, а потом они доспевают. Вот цена за килограмм 103,90. В обычных магазинах цена сейчас около 180-160, вот так вот примерно, за килограмм. Здесь вот 2 килограмма на 208 рублей. Вот еще, друзья, не менее шикарная новинка. Это груши КНР, производитель Китая. Вот в среднем пакетик на 127 рублей выходит. Здесь 6 груш. Цена вот за килограмм 101,90. Ну, очень даже выгодно. Я, наверное, пакетик куплю. 182 рубля вот пакет. Смотри, друзья, Светофор завезли еще красивые мягкие игрушки. Кстати, ценник на них очень низкий. Смотрите, такой зайчик. Кролик, лапочка кролик. 349,90 всего цена. Хотя здесь написано игрушка мягкая, единорожек. Но здесь есть еще и кролики. Я так понимаю, цена у них одинаковая. И вот такие вот единорожки есть. Разные цвета. Очень мягкий, приятный материал. Цена вообще копейки. 350 рублей. В детских магазинах такие рубли 800-700 будут стоить. Это точно. И, друзья, Светофор снова завезли подгузники, трусики. На этот раз выбор очень большой. Смотрите, есть такие вот японские. Created in Japan. 36 штук, XL размер, 12 часов защиты, 704,90. Есть вот Elara Kids, хорошие, кстати, подгузники-трусики, 44 штуки, размер 9-14 килограмм, 694,90. Есть еще вот маленькие-то упаковки, это прям вообще для маленьких детей получится 2,5 килограмма, 2-5, 38 штук. 777. Очень много разных всяких напитков завезли. Напиток сильно газированный Милки. Ну, что-то наподобие Милкиса, я так понимаю. Просто аналог, который немного подешевле. Даже, знаете, упаковка чем-то похожа. Смотрите, есть, получается, такой, а есть молочный. Тоже Милки. Сильно газированный напиток. Ну, это что-то вот аналог какой-то. Milky Way, или как он там, Milkis, вот, 1,5 литра, 69,90, просто Milkis дороже. И смотрите, есть шмаковская, вода шмаковская, 1,5 литра, минеральная питьевая, 42,90, у нас она продается практически в обычных, во всех обычных магазинах, и стоит где-то в районе 55-60 рублей, здесь я дешевле. Смотрите, завезли еще новые шоколадки в спайке, взрывной вкус радости, удиви друзей, взрывные пчелки. Победа. Уважаемые покупатели, три шоколадки в спайке, 156,90 цена. Смотрите, друзья, снова новые конфеты в Светофоре. Это вот такой вот микс, я так понимаю, что-то похожее на новогодний подарок, знаете, когда вот все конфеты в одну соединяют. Вот то же самое, каких здесь только нет. Смотрите, здесь ореховая роща, кстати, очень вкусные конфеты. Конфеты сказка, красная шапочка. Петушок. В общем, каких только нет. Вес. Сколько вес-то? Вес на ценнике не указан. 1 килограмм 369,90. Смотрите, завезли еще коктейль молочный, детский, 12+, производитель Фрутоняня. Коктейль со вкусом банана. 31,90 цена. В обычных магазинах такие стоят рублей 70, наверное. Дата изготовления 08-22, срок годности до 02-23 года. Вот такой вот коктейль. Вкус только один, я так понимаю. Только банан. Да, все банан. 31,90. Видите, друзья, завезли еще новый сок. Gold. Яблочный 100%. В обычных магазинах тоже есть сок Gold, продается. Только немного в других упаковках. Это прям
намного отличается от того, что продается в обычных магазинах. Но вот, возможно, почему в Светофоре такие низкие цены. Вот экономят на упаковке, хотя сам продукт остается прежним. Например, здесь ничего не напечатано вообще. Просто экономят на упаковке, а сам продукт остается прежним, поэтому цена низкая. 0,95 литра, 52,90.